Врачи назвали самые опасные праздничные блюда, которых следует избегать во время застолья. Во время праздничного застолья много людей злоупотребляют пищей, что в результате приводит к проблемам со здоровьем. Чтобы этого не произошло, следует избегать нескольких блюд, которые оказывают наихудшее влияние на организм. Каких блюд лучше избегать во время праздников? Медики советуют избегать газированных сладких напитков и энергетиков, а праздничные коктейли следует заменить более легкими вариантами. К примеру, диетолог Джейми Дэвис рекомендует вместо высококалорийных алкогольных напитков смешивать газировку с небольшим количеством крепкого алкоголя, дополняя это фруктами. Эта альтернатива позволяет сократить количество сахара, не жертвуя праздничным настроением. Также не стоит злоупотреблять продуктами, богатыми натрием, вяленым мясом, копченой рыбой, консервированными супами и замороженными обедами. Профессор наук о питании Калифорнийского университета в Дэвисе Лорен Ау советует дополнять свой рацион оливковым маслом, морепродуктами, курицей и тофу, но воздержится от соленой пищи. Исследования показали, что потребление слишком большого количества сахара или соли может привести к повышению давления, воспалению, увеличению веса, диабету и жировой болезни печени. Норма для взрослого человека составляет 6 граммов соли, что равно 1 чайной ложке. А сахара – 9 чайных ложек. Также медики советуют читать этикетки продуктов и избегать тех, которые имеют химические добавки и консерванты, их много в печенье и крекере. На что стоит делать акцент во время застолья? Врачи советуют во время праздничного стола налегать на овощи, свежие, тушеные, запеченные. При этом они подчеркивают, что нет плохой пищи, но может быть слишком большое ее количество. Эксперты советуют во время праздников наслаждаться лакомством в меру. Можно сочетать легкие коктейли с не слишком сладкими закусками или брать более питательные блюда, но есть малыми порциями.